19 декабря 2016 года мы находились на работе, заступили в дневную службу с 8 до 17 по охране общественного порядка, также обеспечению безопасности дорожного движения в городе Пугачёве, Пугачёвского района. Примерно в 14:30 нами была остановлена за нарушение ПДД автомашина Volvo с прицепом. При проверке документов было установлено, что у данного водителя не работает техническое средство тахограф, то бишь отсутствует карточка водителя. После чего было предложено пройти водителю в патрульную автомашину для составления административного материала. Однако данный водитель, не обращая на регистратор, который у нас установлен в патрульной автомашине, видеозапись ведется, между сиденьями положил 1000 рублей. Также при проверке было выявлено, что документы на перевозимый груз вызывали сомнения в подлинности. После чего попросили водителя и сами вышли из патрульной автомашины, закрыли, вызвали следственную оперативную группу на место несения службы. Я вот для этого перебивки снимаю, чтобы... Ранее судимы были? Нет. Не судим. А за что вас задержали? За то, что я хотел на место отдать полицию на штраф. На место, короче, платить. Ну, взятку предлагали, да? Ну, не взятка, ну так. Понятно. А зачем вы это сделали? Поясните. Просто. Вы чего-то испугались, боялись? Мне просто ехать надо билет, хотя бы сразу. А сразу дальше продолжить движение? Как? Я говорю, хотели просто сразу дальше продолжить движение? Да, продолжить движение дальше. Но вы себя виновным признаете? Да. Thank you.
уже не заснул.